Телескопическая лестница шведского производителя Telesteps Prime. Длина 4,1 метра. Поставляется уже с намонтированными стабилизаторами. Перед тем, как я разложу лестницу, необходимо разложить стабилизатор. Можно делать ногой, я делаю руками. Лестницу можно разложить на соответствующую вашему пожеланию по размеру. Тогда при раскладывании лестницы я начинаю снизу. Чтобы сложить лестницу, я нажимаю внизу на две красные кнопочки и складываю. Либо, если вы хотите разложить ее на всю длину, тогда мы начинаем сверху. Лестница у нас разложена. Вы видите, здесь красные стабилизаторы. Нужно всегда убедиться, что они все полностью открыты во избежание несчастных случаев. Лестница сделана не из классического круглого профиля, а из треугольного, что делает ее очень надежной. Складываю я ее точно так же. Нажимаю на две красные кнопочки. Сложить стабилизатор, нажимаю вот тут.